Делегация Приволжского федерального округа побывала с визитом в Китайской Народной Республике. Поездкой руководил полпред ПФО Михаил Бабич. Саратовскую область представил глава региона Валерий Радаев. В рамках рабочей поездки делегация приняла участие в церемонии открытия Российско-Китайского центра культурных обменов на базе православного храма Александра Невского. Также возложили цветы к памятнику советским летчикам-добровольцам, погибшим в антияпонской войне. В рамках визита состоялось заседание круглого стола руководителей регионов Приволжского федерального округа и верхнего среднего течения Янцзы. Губернатор Валерий Радаев выступил перед участниками встречи и рассказал о сотрудничестве нашего региона с Китайской Народной Республикой. По его словам, ключевым направлением взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Китаем по итогам 2014 года составил более 100 миллионов долларов. Это четвертое место во внешнеторговом обороте региона. Губернатор также предложил китайским партнерам рассмотреть в качестве возможных инвестиционных площадок частные промышленные территории. Это заводы, которые могут предоставить неиспользуемые площади.